Тем часам один из наибуйнейших онлайн-магазинов свету AliExpress 7 лютого меняет правила доставки товаров у Беларусь, Украину и Россию. Такая информация размещена у пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Послуга эконом-доставки станет недоступной для товаров коштом больше за 2 доллара, которые накировываются у Беларусь. Эта же послуга перестанет денежать для покупников с России и Украины по зависимости от кошту. Присвоение трек-номеров для таких товаров станет обязательным.